Всем привет, меня зовут Софа, и вы на канале Бензоэлектромастер. Культиваторная насадка на триммер подойдет для небольших целей в обработке земельных участков. С помощью нее вы можете переполоть грядки, разрыхлить грунт, удалить сорняковые растения и попросту насытить почву кислородом. Почву можно рыхлить широким захватом до 250 мм за проход. При выборе насадки нужно учесть механические ограничения по мощности привода. Если устройство рассчитано на мощность до 1500 Вт, то культиватор подойдет лишь с целью обработки взрыхляемого грунта или окучивания грядок. Важно понимать, что насадка для культивирования почвы служит для небольших целей. Она никак не заменит агрегат для прополки, вспашки и окучивания. Поддержите нас лайком и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить интересные и полезные выпуски. До скорых встреч!